ж я рада представити вам, дорогі мої телеглядачі, Тетяну Скупченко, магістра театральної справи та провідного методиста з театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Добре. Вітаємо вас. Доброго утра. Сьогодні ми розпочинаємо у таке світле свято, День поезії, з вами тренінги по декламуванню. Ми будемо навчати наших телеглядачів, щоб вони завжди могли у будь-якій ситуації гарно виглядати, гарно виступати, і щоб дійсно їх мовленнєвий апарат завжди був на висоті, щоб не було за себе соромно, коли виголошуєш промову. Сьогодні хочеться взагалі від вас дізнатися, що ж таке декламування і які у нього є особливості, до чого варто готуватись. Спасибо. Огромное спасибо за то, что именно в этот день пришла сегодня к вам в студию. Мы частые гости у вас в студии. Почему? Большое спасибо, потому что сегодня день поэзии. И хочется сказать, что поэзия – это, наверное, частичка души каждого человека. Ведь мы, когда вот мы, нам хорошо, мы либо поем, либо читаем, да, о чем-то. Когда нам очень хорошо, мы посвящаем стихи кому-то. Говорите о любви любимым, говорите чаще, каждый день, да, и так дальше. То есть поэзия – это музыка, которая льется с нашей души. И действительно, у декламации есть свои законы. Хочется обратить внимание, что вот опять-таки вернусь к тому, что вот буквально недавно прошел у нас областной конкурс разговорного жанра «Барвы Надеи». Что было хорошо, что было плохого? Ну, самое главное, что нужно обратить внимание, самое главное, для того, что мы, когда начинаем работать над произведением, мы сначала должны перечитать произведение хотя бы, да? Даже это пусть маленькое стихотворение. Мы должны посмотреть, кто автор, когда он жил, в какое время. Почему? Потому что каждый отпечаток эпохи несет на себе, вот на произведение свой отпечаток, свое время. И если стихи Пушкина говорят, что они всегда важны и будут, да, стихи Шевченко всегда они важны и будут важны, но все равно какие-то есть мелочи, которые присущи были тому времени. Чтобы глубже понять само произведение, как говорят, подтекст, да, нужно сначала понять, кто, что за произведение, о чем оно, что автор хотел этим сказать. Вы знаете, у Станиславского есть такое хорошее выражение «подтекст». Да, вот, какой же там подтекст в этом стихотворении? Это первая задача. Вторая задача, конечно же, когда начинаем работать над стихотворением, ну, преподаватель, конечно, с учеником начинает обсуждать его, и мне нравится, когда начинаются дебаты. Почему так, почему этак? А никогда нельзя навязывать свою мысль детям, потому что у них свое восприятие мира, у них свое отношение, у преподавателя свое. И часто видно, когда ребенок читает произведение, устами преподавателя. Это видно, что преподаватель сказал, а вот так читай, он читает. Тут очень важно подойти к ребенку, чтобы объяснить ему, почему именно вот так. Вот знаете, бывает даже, что взрослое произведение ребенок может прочитать по-своему, ведь он мир видит совершенно по-другому. Для него солнышко, да, это солнышко, которое не просто светит, дает жизнь, а оно тепло от него, потому что это солнышко, больше коровка появляется, то есть это по-разному восприятие идет. Дальше, то есть, значит, мы ознакомились с автором, ознакомились с глубиной стихотворения, что же мы хотели этим выразить, и очень важно дальше говорить, вот хорошо, вот ты будешь читать на сцене, да, что же ты этим хочешь стихотворением рассказать, о чем? Нежелательно навязывать детям то, что они не понимают. Вот. Брать то, что хотя бы, им хотя бы немножко понятно. Итак, мы разобрали, хотя бы вводную часть сделали. И дальше самое главное, к чему приступаем, это пауза. Вы знаете, эмоционально логическая выразительность чтения это состоит из компонентов, которые, без которых ну, невозможно чтение. Ну, это, наверное, пауза, это логическое ударение, это темп, это мелодика, это ритм тоже в стихотворении есть, да, это жесты. Бывает иногда говорят, что лишние жесты. Бывает, говорит, что вообще не хватает жестов. Ребенок станет, руки опустит, говорит, не жестикулируй. Он стоит на месте, и руки, а вот когда душа поет, руки помогают нам, да, вот они добавляют наше тело, поэтому это уместно. Что убрать? Кривляние и мимика, когда начинают вот, читать какие-то смешанные ситуации и начинают, да, переплощение необходимо, переплощение в тот образ, не который ты рассказываешь что-то, да? Но... Она сама и ты вид да, души? Да, да, души, вот. А кривляние и излишняя мимика, она уже немножечко напрягает, и уже это не чтец, а уже паяц какой-то, какой-то клоун получается. Mm-hmm. Дальше. Итак, мы начинаем с пауз. Паузы, мы знаем, что есть логические, психологические паузы, да, паузы, есть, кстати, синтаксические паузы. Ну, синтаксические паузы – это орфография, да, запятая, знак, то есть все знаки препинания, это мы знаем. Психологические паузы – это отношение чтеца к тому, что там написано. Дело в том, что у каждого чтеца своя психологическая пауза будет, да.
Дальше. Паузы есть еще не только психологические, еще паузы, когда обозначены, вот, допустим, вот повтор, например, там предложение. Да? Дальше, если мы хотим выделить предложение, в предложении какое-то слово, которое за ним последует, mm-hmm. тоже надо делать паузу. Итак, мы, значит, разобрали паузы. Сначала логические паузы, синтаксические паузы, потом психологические уже. И самое главное, когда мы начинаем работать над произведением, я говорю: найдите мне мостик. Что такое мостик? Это, ну, существительное, глагол, да? То есть опорные слова, без которых невозможно чтение. Как проверить, правильно ли мы подобрали опорные слова? Если мы просто пройдемся по этим опорным словам, не называя остальные, и смысл не потеряется, значит, опорные слова найдены правильно. Часто бывает в предложении, да, есть главные слова и второстепенные, это мы знаем. И часто бывает, читают каждое слово выделяют. Но это неправильно. Есть главные слова. Ви люди постійно на високі емоції намагаються активно, наче на взльот ідуть. Совершенно верно, да. Дальше. Тембр голоса, интонация голоса. Ну, интонация – это, наверное, вообще-то и тембр – это окраска, которую мы как бы украшаем уже, да. Мы не можем говорить постоянно на повышенных тонах, да, потому что если мы читаем о чем-то, где-то мы раздумие, да, где-то воспоминания. То есть паузы бывают тоже. Паузы воспоминания, психологические паузы, они тоже там делятся на несколько подпунктов. Пауза воспоминаний, пауза там эмоциональное напряжение, пауза еще там по эмоциональному состоянию человека, где-то это психологическая пауза. Поэтому разобрали паузы, посмотрели, что мы хотим, и тогда надо начинать стихотворение работать. Нужно разбить по блокам. Я называю, даже пусть это будет 8 строчек, но всегда в стихотворении есть вступление, есть кульминация, есть финал. Да, бывает совпадает, что кульминация совпадает с финалом, ну, как в любом драматургическом произведении. Но главное зрителю рассказать о том, почему очень важно вступление и финал. Бывает так, вот мы начинаем, и пошли быстрый темп, сейчас я немножко еще о темпе расскажу, остановлюсь, и мы не успеваем понять, о чем будет идти речь. Нужно как вести слушателя в то, о чем мы будем говорить. Я часто говорю, как будто поезд набирает скорость, отправляется со станции, он постепенно набирает скорость. Так и мы постепенно начинаем читать. И потом уже зависит от того, какое произведение. Ну, вы знаете, вот у темпа нет особых законов, там только вот что эпические произведения, они в общем таком спокойном темпе читаются. А драматические произведения, вот они читаются от эмоционального состояния, там, допустим, зависит. Они, конечно, быстрее читаются, но это зависит уже лично от чувства каждого. И вот дальше вот мы, середина, главное, мы рассказали что-то, донесли, и уже понимаем, что мы подходим к финалу. Очень важно уже, как бы какой бы темп ни был, еще медленнее и медленнее, чтобы зритель понял, что мы уже заканчиваем говорить. Угу. То, что мы хотели сказать, мы уже сказали. А бывает так, что читают, 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 И думаешь, либо это пауза. А глядач чекає. Да, что же будет дальше? Говорят, все. Как все? То есть мы еще не успели понять, или не успели понять, что он будет уже все, заканчивается мысль. Поэтому очень важны вот эти паузы. По блокам мы разбили, назвали. И почему по блокам, понимаете? Вот тоже очень важно, чтобы каждый понимал, что любое произведение, когда читаешь, это тоже спектакль такой своеобразный. Угу. Но разница в гуморе, говорят, когда читаешь юмор, и разница, когда читаешь стихи. Стихи – это твоя душа, это призыв, это, то есть это эмоциональное состояние, какое у тебя в душе, и то, чего ты хочешь достичь. Угу. А юмор – это уже, я называю театр одного актера. Когда читая стихи, мы не имеем права ходить. Часто бывает ошибка допускать, что люди, читая стихи, ходят по сцене туда-сюда. Это, вы знаете, ну вот авторам еще разрешается, когда автор, он автор произведения, он так видит, вот он думает, он так впечатлен под этим таким, знаете, словом. А юмор, да, это можно уже рассказать о многом, там получается ты и автор, ты и один герой, ты и другой герой. И всегда в юморе есть, конечно, конфликт между кем-то и чем-то, допустим, там, между каким-то ситуацией какой-то, между людьми какими-то, между недопониманием, то есть это очень важно. Що ж, ми дякуємо нашій ранковій гості за такі поради, дуже чимало чого ви нам розказали. Я думаю, що наші глядачі до наступного нашого заняття вже через середу ми знову зустрінемось із нашою ранковою гостею і будемо розповідати вам про те, як правильно володіти декламаторським мистецтвом. Дякуємо вам за такі поради. А вам, друзі, ми нагадуємо, що на вас чекає домашнє завдання –
повторюйте все те, чого вас навчила наша ранкова гостя Тетяна Скупченко, магістр театральної справи. Неспроста вона приходить до нашої студії, тому що не одне покоління декламаторів, переможців, лауреатів вона випустила з-під свого крилечка. Спасибо. Дякуємо вам. Спасибо.